Сегодня мы снова пришли на погост делать ритуал. У нас есть еще вражины. И это очередная. Нашему терпению пришел конец. Наше терпение закончилось. Оно имеет свойство кончаться. Хоть оно у нас и огромное. Мы нашли могилу, которая нас позвала. Это могила молодого мужчины. И эту вражину он заберет с собой. Она очень его привлекает. Нашему великому счастью. Он нам об этом сам сказал. Он ее утянет в мир мертвых. Земля на этой могиле прямо и проваливается. Очень мягкая и тягучая. Мертвые руки уже потащили вражину с собой. Весь ритуал мы показать, конечно, не сможем и не хотим. Но он будет очень мощным. Таким мощным, как гром, который только что гремел над нашей головой. Небо благословляло нас на этот ритуал. Начинаем. Все, что мы можем показать, а дальше сам ритуал. Показать мы его уже не можем.